Всем привет, дорогие зрители! Вот такая красивая квартирка с красивым ковром. Нашел очень хорошую 1 плюс 1, большую, с высокими потолками, 290 сантиметров, под ключ, в центре Махмутлара, около парка писателей. Тут я как раз выйду, покажу вам всю территорию. Так что не закрывайте ролик. Бытовая техника вся фирмы Бека, кроме духовки, плиты и вытяжки. Фирма Кумтон. Гостиная комната, совмещенная с кухней. Здесь жилая площадь 24 квадратных метра. Полезная вся площадь, без кухни. Если взять даже прихожую, вот есть очень хорошая прихожая, сюда они установят шкафчик для одежды или туфель, кажется. Ну, здесь уже есть маленький шкафчик, зеркальце. Вот. Хорошенькая 1 плюс 1. Находится она на втором этаже, юго-восточная сторона. Санузел нормальный. Также продается по очень хорошей цене. Да, дорогие зрители, цена этой квартиры 113 тысяч евро. Есть маленький торг. Маленький, но есть. Ключи только у меня, мы уполномоченная компания. Звоните, пишите. Плюс 90-555-064-91-10. В квартире установлен один кондиционер 12 БТУ. Она охлаждает и отепляет все две комнаты. Спальня у нас здесь 13 квадратных метров. Видите, большая. Платяной шкаф. Так, в спальне выхожу я на большой балкон. Смотрит она на соседнее здание. Здесь застекленный балкончик. Вот, большой такой, вот смотрите. Квадратных метров здесь полезная, самая, с балконом вместе, 55-56. Полезная вся площадь квартиры. Отсюда видно маленький садик на соседнее здание. Есть бассейн, генератор, вот генератор внизу. Там у нас, значит, море, вот в той стороне, вот, южная сторона. И здесь бассейн, я туда спущусь, ролик не закрываем. Айдат пока не определенный, так как придет новая управляющая компания. Выхожу я из квартиры. 1, 2, 3, 4 квартиры на этаже, дорогие зрители. Только сдан в эксплуатацию. Очень красивый лифт, как мне сказали. Посмотрим. Вот так. Лифт красивенький такой. Спускаемся на нулевой этаж. Итак, я спустился в стекольный этаж, минус один. Здесь у нас фитнес-зал. Есть сауна. Айдат, думаю, что будет 350-400 лир. Потому что один блок, мало квартир, а инфраструктура новая вся. Выходим к бассейну. Так, здесь позади у нас есть джакузи. Во! Красота! Молодцы! Хотя бы это сделали. И здесь санузлы внизу. Выходим к бассейну. Вот генератор, парковочные места. Там есть пандус, чтобы подняться внутрь. И тут у нас маленький бассейн. Здесь есть парковочные места. Так, бассейн. Ага. И вот фасад здания. Сейчас я выйду во двор,
и сниму вам весь парк, который здесь есть. Итак, вот такой пандус, лесенки, вход, тихо, спокойно тут, парк писателей продолжается от Ататюрка до Барбароссы. Там улица Ататюрка, до моря здесь 350 метров максимум. Вот этот парк, давайте пройдемся, рядом есть лицей, новостройка. Сейчас новые правила, но думаю, что их все изменят. Непонятные правила какие-то с ВНЖ, которые связаны. За это я ролик не снимаю, потому что потом неправильная информация на рынке уже, что проблем всех не было с этим. Подождем, поживем, увидим. Насчет четырех районов: Махмутлар, Кестель, Каркаджак и Авсалар. Я думаю, что это относится к аренде именно, что ВНЖ не будут по аренде выдавать. К продажам, думаю, что это не относится. Или если они ввели, то это точно поменяют. Это абсурдно будет. Инвестора, застройщики, все это вкладывают туда. И ВНЖ не давать. Ни в мире, ни в никаком месте такого закона нет. Так, вот такой парк. Там у нас детский парк, самый большой, самый известный в районе Махмутлар. Поликлиника Седра. Вот тут имена писателей, вся информация про них есть. Скамеечки. Магазин Шок, Мигрыс. Все в шаговой доступности. Вот почти море Барбаросса и потом море 150 метров впереди. Фруктово-овощной магазин Совета, там тоже Яман называется. Итак, дорогие зрители, там лимон-кафе в той стороне. Хорошее месторасположение у здания. Новостройка. Цена хорошая. Под ключ. Ресторана тут вот, полно всякого. Так что звоните, пишите по номеру. Плюс 90-555-064-91-10. С вами был Агасис, Солнце на Лане, район Махмутлар. Всем пока-пока.